Республика выставляет на торги акции компании «Карел-Леспром». Сегодня об этом заявили в правительстве региона. «Карел-Леспром» – крупнейший арендатор леса в республике. Правительству принадлежит контрольный пакет акций – более половины. Второй крупный акционер – компания «Сегежа Групп» – почти 44% акций. На торги идет точно такой же пакет. Это колоссальной важности задачи для республики, может быть, даже для страны в целом. Поэтому мы сегодня должны вот эти вещи абсолютно прозрачно, публично, открыто, так сказать, обговорить. Один из потенциальных покупателей – АО «Кондопога». Сделка помогла бы предприятию завершить процедуру банкротства. Вместе с акциями оно получило бы и собственные лесосеки и избавилось от необходимости покупать сырье. За республикой останется небольшой пакет акций, который позволит властям урегулировать ситуацию в случае спора между собственниками. Изменения в программу приватизации внесут в январе будущего года. Затем пакет акций «Карел-Леспрома» выставят на продажу.